Тут он не особо хочет 720 хотя бы. Я без понятия, почему это он делает так. Ну-ка посмотрим хотя бы, как вы видите. Например, презентацию поставлю. Это он не особо хочет. 720 хотя бы. Я без понятия, почему это он делает так. Ну, давай. Ну-ка посмотрим хотя бы, как вы видите. Например, презентацию поставлю. Ну, а я не тот экран показывал. Посмотрим. Ладно. В общем, тогда перезалью само видео, а трансляция пусть пока побудет такой. Видео в любом случае будет в нормальном качестве. Не буду сейчас свое его время тратить на это. В общем, что мы будем делать? В общем-то, перезалью Сейчас я это уберу. само Тут видео. само себя слышу. Сейчас мы настроим. Думаю, видео в любом случае будет в хорошем качестве. Значит так, в этом видеокурсе хотел бы именно рассказать про то, как сделать интернет-магазин на React.js, Redux, и в любом случае можете не переживать, так как уже некоторые у меня и так писали, спрашивали, когда будут трансляции и так далее. Видео я в любом случае залью в хорошем качестве, сразу же проверю, что запись идет. Не на компьютере, так что заранее этот момент я учел. Итак, давайте я постараюсь объяснить вам более-менее понятным языком, что такое React.js, что такое Redux, потому что, честно говоря, уже несколько людей у меня спрашивали за этот и за тот месяц, и знакомые, и в интернете, что, зачем, как, для чего. И так далее. Я вот решил попробовать записать какой-нибудь такой небольшой урок и сразу же хотел показать, что мы сделаем в итоге. Сразу же репозитории мы клонировать не будем, потому что я не вижу, по крайней мере, смысла это делать. Но тем не менее, я думаю, что-то вроде этого мы попробуем сделать. То есть у нас будет интернет-магазин со своей корзиной, то есть интернет-магазин конкретно книг. Интернет-магазин с корзиной, с фильтрацией, с поиском, с возможностью добавлять разные книги, с счетчиком, сколько книг было добавлено, рейтинг. Но рейтинг нельзя будет, конечно, менять, но тем не менее, просто в качестве демонстрации, что вот у такой книги есть такой определенный рейтинг. И
сколько общая сумма от всех книг, которые были добавлены в саму корзину. То есть можно фильтровать по цене, дорогие, дешевые, популярные, там, по авторам и так далее. Фильтрация происходит с помощью отдельной библиотеки Lodash. Конкретно у нас будем использовать ее. И сам процесс хранилища, ну, как ни странно, это будет у нас Redux. Корзина у нас будет примерно такой, может быть чуть другой. Я просто сделал сразу же демонстрацию этого интернет-магазина, чтобы показать, что у нас будет в итоговом результате. То есть будет такой список книг. Можно будет производить поиск, там, например, George Orwell и так далее, то есть по разным книгам, и добавлять их как бы в корзину. Работать с бэкэндом мы, к сожалению, может быть, и не будем, потому что на это уйдет отдельное время, и я не думаю, что пока это стоит вообще, в принципе, тратить время. Пока стоит объяснить, что такое вообще Redux. И, ну, React, понятное дело, если вы не разбираетесь с React, то нужно будет сначала его изучить, чтобы понять, что такое вообще, в принципе, Redux и для чего он нужен. Значит так, вот я быстро набросал небольшую презентацию того, что я хотел объяснить, и того, что меня спрашивали конкретно самым таким часто задаваемым вопросом. И я попробую это, в принципе, все объяснить. Что да как, для чего, в принципе, вообще нужен Redux. Скажу чисто из своего примера. Я не буду вам зачитывать то, что там написано или в Википедии, или в основной документации, так как вы ее сами можете спокойно прочитать. Я объясню на своем примере, как это можно, в принципе, сделать. Итак, для чего нужен Redux? Redux нужен для того, чтобы несколько компонентов могли обращаться к определенному одному хранилищу. И задается вопрос, зачем тогда нужен локальный стейт? Почему нельзя обойтись обычным локальным стейтом? Локальным стейтом нельзя обойтись по той причине, что придется по-разному изворачиваться, чтобы одному компоненту передать то, что есть в другом компоненте. То есть синхронизовать эти данные будет крайне тяжело, если все хранить в локальных состояниях. И для такой ситуации, в принципе, основная задача Redux заключается в том, что у вас есть одно целое хранилище. То есть представим, что у нас есть компонент А и компонент Б. И нам нужно сделать так, что компонент А производит какие-то манипуляции, ну не знаю, с данными профиля. И для того, чтобы компонент Б об этом понял, ну, нужно будет конкретно изворачиваться через контекст и так далее, пробрасывать это все. В общем, будет непростое занятие, чтобы просто как-то синхронизовать эти данные. И, как я сказал ранее, Redux справляется с этой задачей очень хорошо. То есть, представим, у нас есть личный кабинет и профиль. Например, у нас возникла ситуация, что мы хотим изменить, ну, никнейм в личном кабинете. И это у нас конкретно отдельный профиль, то есть это у нас отдельный компонент, и это отдельный компонент. То есть связать, если связывать их через локальное состояние, ну самое логичное, это что мне в голову на данный момент приходит. Первое, чтобы, ну, например, личный кабинет был родительским, родителем для вот этого компонента. Или второй вариант, должен быть один родительский компонент, у которого есть одно состояние, и два дочерних компонента, то есть личный кабинет и профиль как вариант. И в эти два компонента пробрасывать какие-то события, которые в свою очередь будут выполняться внутри этих компонентов, там, передавать какие-то действия и возвращать все в родительский компонент. Далее родительский компонент уже будет все передавать, ну, заставлять рендерить дочерние компоненты. То есть это такой хитрый способ и, ну, не самый лучший. И Redux, в принципе, с этой задачей, как я сказал, справляется хорошо, и я думаю, мы его, в принципе, и должны будем использовать, и любой разработчик, который только столкнулся с React. Как работает Redux? Redux работает очень простым способом. Вначале его, конечно, сложно понять, так как я сам где-то с того момента, как начал учить React,
не работал с редаксом, ну, где-то месяца 2, 3, 4. Мне казалось, что, в принципе, локальное состояние с моей задачей хорошо справляется до тех пор, пока мне не пришлось использовать асинхронные запросы и передавать все это вообще тем компонентам, которые никак не связаны с моим компонентом определенным. Как работает Redux? Redux работает очень простым способом. Есть какое-то действие. Есть редюсеры, то есть чистые функции, и наше хранилище. Происходит это все простым принципом. То есть мы передаем редюсеру, что нужно выполнить какое-то там действие. То есть, например, мы хотим добавить продукты. И для того, чтобы эти продукты были добавлены в само хранилище, для этого нужно оповестить об этом редюсер. Редюсер будет производить какие-то манипуляции с основным состоянием или же тем, которое предназначено для него. Например, у нас есть редюсер, список продуктов, например, список продуктов, которые были добавлены, то есть корзина и так далее. То есть для того, чтобы это все сделать, мы должны объяснить редюсеру, что мы хотим там, например, добавить какой-то продукт. Мы передаем какой-то определенный объект, редюсер производит какие-то манипуляции, если у него есть определенное действие на это, и после возвращает новое состояние в хранилище. Хранилище оповещает об этом user interface, то есть сами компоненты, которые следят или должны перерендериваться, и все отображает это уже пользователю. То есть примерно таким образом все происходит. Что такое редюсер? Редюсеры. Редюсеры, простым языком, если вообще говорить, это чистые функции. То есть суть редакса в том, что заставить хранилище не менять, то есть не менять исходное хранилище, то есть не производить какие-либо мутации с самим хранилищем. То есть каждый раз, когда мы будем производить какие-то действия, мы должны возвращать новое состояние самому хранилищу и уже оповещать об этом сами компоненты. Что такое редюсер? Редюсер — это, как я сказал, чистые функции, и может быть один редюсер, а может быть несколько редюсеров. Несколько редюсеров — это показано, например, на этой картинке. У нас есть, например, 1, 2, 3 редюсера, которые производят разные действия. Например, один редюсер выполняет, скажем, хранение продуктов, второй — корзину, третий — профиль пользователя. Все это объединяется в один целый редюсер, который будет производить какие-то манипуляции с самим хранилищем, то есть возвращать какое-то новое состояние. То есть примерно так. Например, аккаунт, продукты, корзина. Я вот хочу произвести какое-то действие, хочу, например, добавить продукт. Я указываю конкретно в этом редюсере, что есть какой-то тип, то есть какое-то определенное действие. Это действие должно производить какие-то манипуляции с самим хранилищем и возвращать новое состояние. То есть этот редюсер и этот редюсер никак не будут производить сами манипуляции с самим состоянием. То есть если вы конкретно не укажете ключ, то есть через switch или там, через if, что нужно там что-то делать при этом случае или при ином. То есть все это нужно распределять по редюсерам. И дальше уже сам Redux в связке с React Redux объединяет все в один редюсер и производит уже какие-то действия. То есть примерно так. Конечно, можно было бы это объяснить более-менее таким грамотным языком, это все рассказывать через там документацию и так далее, но я думаю, для начинающих, в принципе, это будет чуть более-менее понятно, потому что все те видеоуроки, которые мне приходилось смотреть при изучении Redux, не сказать, что они были сложными, но уж точно непростыми. То есть я уже, в принципе, должен был понимать, что такое React, и как в нашем случае, и понимать, как работает Redux. Некоторые видеоуроки, конечно, бывают очень такими хорошими, и там все, в принципе, довольно достаточно объясняется, но не каждому получается это объяснить так, чтобы понял такой начинающий, как я, например. Но, по крайней мере,
Я постараюсь это объяснить на этой презентации. Что именно у нас будет происходить? Представим, что есть ситуация, как я сказал, с добавлением продуктов. Redux при отправке какого-то действия, то есть при отправке экшена, конкретного какого-то экшена, должен обязательно принимать тип. То есть он должен объяснять, что, ну, какому-то редюсеру должен объяснять, что вот нужно сделать что-то. То есть какое-то определенное действие. И редюсер должен это все убрать через именно это свойство. Type, тип, неважно. И дальше вы можете уже перебрасывать туда какие-то еще определенные свойства, параметры, объекты и так далее. Но самой главной задачей экшена является то, что он обязательно должен передавать вот это вот свойство и конкретно какое-то значение. Вы можете указывать это в качестве как бы константы, в качестве какого-то там предложения или в качестве простого слова, неважно. Вашей главной задачей является то, чтобы редюсер смог обработать конкретное действие и передать все в хранилище, уже новое состояние. То есть это основная задача редюсера и экшена. Как это, в принципе, может работать чисто на схеме? На схеме это может работать именно таким способом, что хранилище мы передаем какой-то экшен. Дальше в стору передается этот экшен, в редюсерах проверяется конкретно, какой именно экшен должен там выполняться по определенному действию. То есть есть, например, редюсер список продуктов. Мы проверяем по каждому ключу, вытаскиваем из action type, вытаскиваем определенный ключ, который мы передали в type, и возвращаем новое состояние с новыми данными через объект. Ну, неважно, у вас может быть это, в принципе, объект, может быть это массив, может быть даже простая строка. Для редюсера не принципиально, в каком формате вы будете хранить ваши значения. Но главная задача редюсера, как я сказал, это является то, чтобы вы возвращали новое состояние для вашего хранилища. Ну, если в том случае, если вы производите какие-то манипуляции с вашими данными. После того, как редюсер произвел какие-то изменения, он возвращает все это в стору, то есть возвращает новое хранилище. После того, как новое хранилище у нас обработало, все данные сохранились, получили то есть новое хранилище, мы это все передаем в компоненты. То есть те компоненты, которые следят за определенными изменениями в самом сторе, в хранилище. Дальше. Я почему объясняю вначале чисто на теории и на схемах, сам как принцип работает Redux. Для того, чтобы мне потом в процессе не пришлось вам объяснять, как вообще работает редакт, что это за метод, для чего он нужен и как происходит сам процесс. То есть вначале, я думаю, в принципе, будет логично объяснить, как работает сам редакт, а потом уже перейти к разработке самого кода. Что такое middleware? То есть, проще говоря, если переводить, посредник, скажем так. То есть задача middleware заключается в том, что при отправке какого-то действия, то есть экшена, middleware производит какие-то там определенные манипуляции в процессе передачи его уже редюсеру. То есть, например, мы хотим передать, ну, скажем, добавление продукта, как у нас было и ранее. Мы хотим добавить какой-то продукт, middleware в нашем случае, ну, представим, хочет взять это состояние, то есть, ну, например, этот объект, который мы передаем в редюсер, произвести с ним какие-то определенные манипуляции, ну, например, добавить не только там ID, а добавить еще категорию для этого ID и вернуть это все уже в сам редюсер. Или еще какие-то действия, например, мы хотим, что при отображении какой-то новости, блин, вот кликнули по какой-то новости или там по какой-то записи, чтобы React Router в адресной строке производил уже там определенные действия, которые будут отображать название записи, ID записи и так далее. То есть middleware предназначается для того, чтобы в процессе передачи это все редюсеру производить какие-то определенные манипуляции до того, как это все передастся самому редюсеру. То есть нажали на кнопку, вызвался action, middleware проследил за этим экшеном, понял, что какое-то действие ему нужно выполнить до того, как редюсер это все передаст хранилищу. После того, как он это действие выполнил, хранилищу передается уже
новое состояние, и все отображается уже в самом компоненте. Итак, я не буду вам прям объяснять так, что я буду использовать контейнеры, презентационные компоненты, но более-менее в таком формате постараюсь объяснить для того, чтобы вы понимали, как вообще работает сам React и почему, в принципе, правильно будет делить компонент на контейнеры и презентационные компоненты. Представим такую ситуацию. У нас есть список продуктов. В моем случае, когда я только начинал изучать React, я в самом компоненте выполнял какие-то определенные действия. То есть, например, представим, что фильтровал какие-то там компоненты, и все это в этом же файле, то есть в JS-овском файле, все это отображал через рендер. То есть, в принципе, это такой более-менее простой вариант для начинающего. Но для процессе, когда уже вам приходится делить все на функции, какие-то там методы и презентацию, то есть отображение самого компонента, нужно уже использовать понятие контейнер, presentation component, то есть нужно все делить по частям. Контейнер должен выполнять функциональную часть, компонент должен выполнять визуальную часть. То есть никак, ни в коем случае компонент не должен выполнять функциональную часть. То есть не то, что это запрещается, но нежелательно. То есть суть компонента заключается в том, как и самого React, что он просто является визуальной частью. То есть он просто отображает то, что ему вернул там сам контейнер. Контейнер производит какие-то действия там, пропсы перекидывает какие-то, представим, переменные и так далее. И это все уже передается в сам компонент. Сам компонент получает эти пропсы, прокидывает их уже там в определенные какие-то еще компоненты и так далее. И все это отображает уже самому пользователю, то есть браузеру. То есть представим в таком понятии, что у нас есть список продуктов. И делить сам процесс компонентов и контейнеров, по крайней мере, я делю на два файла, то есть product.jsx и product.js. То есть product.js у меня выполняет часть контейнера, то есть там выполняется сам функционал, фильтрация и так далее. После того, как весь процесс произошел, мы берем сам компонент jsx, который просто выполняет роль отображения пользователю каких-то данных. Мы берем этот компонент, передаем его в контейнер, сам контейнер уже подключаем в какую-то часть, то есть где-нибудь на главной странице или там в личном кабинете и так далее. То есть компонент должен отображать какие-то те данные, которые хранятся в самом контейнере. Примерно такая ситуация. То есть моей задачей сейчас на данный момент являлось то, что я хотел объяснить, как вообще работает Redux. Возможно, я в каких-то местах выражался не так грамотно, как стоило, но тем не менее, я думаю, в принципе, саму суть Redux я смог объяснить. Если же там где-то ошибся, неправильно высказался, вы можете меня поправить. В следующий раз, я думаю, я это обязательно учту. Так что примерно такая вот ситуация. Значит, так, что тут у нас пишут? Значит, так, вот отвечаю конкретно Андрею Краснобаеву. React не просто нужен для понимания редакса, сам по себе спокойно и без React справляется, как я понял. То есть я не сказал, что React не может жить без редакса, как и Redux не может жить без React, по той причине, что это совершенно две разные библиотеки. Конкретно сам вот этот вот шум по React и Redux произошел из-за того, что они хорошо связываются друг с другом. То есть Redux — это вообще никакая библиотека, которая никак не связывается с React. Для того, чтобы Redux связать уже с самим React, используется такая определенная отдельная библиотека, называется React Redux.
То есть именно эта библиотека связывает Redux с самим React, то есть с самими компонентами. Но это совершенно две разные библиотеки. React просто отображает какую-то визуальную часть, то есть это UI-библиотека, а Redux — это, как ну, вы правильно выразились, это хранилище, то есть само состояние. И они уже связываются с помощью React Redux библиотеки, которую я чуть позже уже в самой демонстрации в отдельной части покажу. То есть дальше Redux — это просто стол, по сути, бесполезен сам по себе. Ну, я не буду с вами спорить, потому что, в принципе, правильно говорите, но Redux, например, можно использовать, в принципе, без React. То есть вы можете создавать любое JS-овское приложение без React. Ну, например, вы можете его прикрутить к Vue.js. Вы можете отдельно использовать Redux, который будет хранить какие-то определенные данные и передавать все это уже в сам Redux. То есть это, конечно, не будет так гладко происходить, если не использовать там определенную библиотеку. Насколько я знаю, она называется Vuex, насколько я знаю. Я просто читал о ней, но не использовал ее. То есть у React примерно та же история. Вы можете, в принципе, использовать Redux даже без React Redux, но это будет достаточно непростой задачей, и все равно рано или поздно вы придете к этой библиотеке. Так что примерно вот такая вот история. Насчет записи, да, сама запись будет. Я сейчас конкретно показываю на трансляции, как этот процесс весь происходит, и обязательно закину саму запись. Честно говоря, я не знаю, почему у меня в 480p качество. Надо будет в следующий раз этот момент учесть, проверить. Мне кажется, наверное, я сбил настройки самого OBS, и все полетело. Итак, вот примерно то, что мы будем делать. И сейчас, значит, так, 30 минут, ну, я думаю, еще минут 20 покажу, расскажу, и в следующей трансляции я уже исправлю само качество, исправлю уже все эти моменты, которые были сейчас в самой трансляции произведены. Сейчас я прочитаю, что там пишут. Сколько по времени планируется? Я думаю, как я сказал, минут 20 еще, и 20-30, и думаю, завершу конкретно эту часть. Но потом уже во второй части мы будем уже разрабатывать сами компоненты, то есть визуальную часть, уже прикручивать Redux к React и создавать уже какой-то интернет-магазин. Сразу же мы, конечно, его не сделаем на второй трансляции. Я думаю, будет третья трансляция, может даже четвертая. Но в процессе это все буду объяснять. То есть как работать вообще с Lodash, как работать с Redux, прикручивать его к React и так далее. Чтобы конкретно проследить за тем, когда выйдет новая трансляция, я могу вам показать группу, где я буду рассказывать и ну, оповещать вас о том, когда выйдет следующая трансляция. То есть в этой группе, я скину сейчас ссылку сюда, кому удобнее. В этой группе я буду скидывать сами объявления, когда будет выходить следующая трансляция. Я думаю, где-то в воскресенье или же в среду. Точно сказать не смогу, потому что эти дни у меня более-менее свободные. И все эти моменты я, конечно, постараюсь исправить и рассказать о том, как уже использовать сам Redux с React. Давайте сейчас более-менее, чтобы уже не останавливаться на теории, попробуем разработать сам проект, хоть что-то. Те, кто не особо знакомы с React, я советую в любом случае вам сначала изучить React перед тем, как переходить к самой этой трансляции и понимать, что мы в процессе будем делать. То есть перед тем, как вообще к самому этому процессу перейти, посмотрите саму документацию Redux, посмотрите документацию React. В YouTube есть очень большое количество полезного материала по React Redux. То есть какое-то понимание у вас должно быть перед тем, как мы начнем разрабатывать этот интернет-магазин. А канал в Телеграме нет. Кстати, идея хорошая.
но постараюсь сделать. Посмотрим. Ну, думаю, будет. Как-нибудь в следующий раз страница не найдена. Странно. Сейчас проверим. Сейчас странно очень, что не найдено, потому что я просто с браузера взял, скопировал эту ссылку. Ну-ка, проверим. А попробуй просто скопировать ссылку и ставить ее уже в браузере. Хотя и так не работает. Самое интересное, что ссылки у меня одинаковые. Но тут пишут 404, тут пишут, что группа есть. Ладно, в любом случае, я думаю, в описании я прикреплю ссылку или как-то ее через укоротитель ссылок переделаю, посмотрим. Может быть, сам ВКонтакте тупит или где-то тут какой-то символ не дописывается. Я без понятия, почему это происходит. Как вы видите, ссылка одна и та же. Значит так, серверная часть тоже будет. Серверная часть, я как сказал, пока не будет. То есть я планирую в следующий раз сделать трансляцию по тому, как сделать интернет-магазин или, наверное, чат. Там уже, наверное, буду использовать серверную на Node.js и попробуем ее уже прикрутить к React. Это точно, я сам без понятия, почему это происходит. Сначала я, кстати, использовал не Semantic UI, а React Bootstrap. Но потом уже перешел к Semantic UI. Значит так, давайте сейчас первым делом, что мы сделаем. Попробуем создать сам проект на React.js, и потом уже в следующей трансляции мы прикрутим Redux, чтобы пока не было все это сложно понимать и догонять, как это все прикручивать. Есть такая замечательная утилита, называется Create React App. Вроде официальная, можно с помощью нее создавать сами проекты. То есть Create React App. Дальше вы можете указать название вашего проекта. В нашем случае это пусть будет. Кстати, мне нужно будет перейти в отдельную папку, где я создаю чисто проекты на React. Create React App. Назовем его, ну, React. У меня уже такое название есть. Давайте назовем шопинг просто. Сейчас утилита будет создавать сам проект, то есть простой проект, boilerplate официальный. Мы его попробуем как-то под себя построить и уже в следующей трансляции к нему прикрутить сам Redux. Видео видел. Универсальный мессенджер. Если ты не про вот этот. Там их много. Работают они по очень простому принципу. Это обычные страницы, не более. По-моему, даже через Electron разработаны. То есть ты просто добавляешь какие-то определенные сервисы и все это уже подключаешь в один целый мессенджер. Но его нельзя назвать мессенджер, это просто такая программа, которая связывает несколько мессенджеров в одно целое через обычные страницы, как если бы я, вот, например, открывал Discord по ссылке. Итак, давай сейчас попробуем посмотреть, что у нас произошло с самим проектом. Что-то он очень долго устанавливается. Сразу же хочу сказать конкретно по Lodash, почему я Lodash использовал. Использовал его по той причине, что когда я начинал разрабатывать сам этот интернет-магазин, у меня, ну, я решил использовать метод sort. Кто не знаком с этим методом, посмотрите в официальной документации. Проще говоря, этот метод позволяет сортировать, ну, массив по каким-то определенным значениям там.
условиям и так далее. И суть, как я сказал, метода сорта заключается в том, что он сортирует, но он не просто сортирует, как оказалось, он модифицирует сам исходный массив. То есть я, когда разрабатывал этот компонент, написал тут небольшую статью о том, почему сорт такой у нас хороший. Если кому интересно, можете посмотреть уже на этом блоге. Я думаю, все-таки, наверное, еще заведу отдельный телеграм-канал. Кстати, идея хорошая. И буду там закидывать сами объявления о том, когда будет выходить следующий стрим или какие-то там уроки. Итак, давайте посмотрим, что у нас по самой консоли. Пока она что-то очень долго грузит. Наверное, потому что я через OBS провожу трансляции. Я не знаю, замечаете ли вы это или нет, но у меня мышка подлагивает. Тут, по-моему, даже не 30 FPS, у меня сейчас как минимум 20. Сейчас дождемся самого процесса. Итак, так, все. Значит, все зависимости у нас установились. Давайте теперь попробуем запустить, то есть перейти к самой нашей папке. CD React Shopping. Итак. Ну да, 480, к сожалению, не ок. Прошу за это качество меня еще раз извинить. Я в любом случае трансляцию эту залью в хорошем качестве и скину вам ссылки, так что следите в любом случае или в этой группе. То есть изначально я советую вам следить в любом случае в этой группе, потому что тут я скину все эти сообщения конкретно по тому, когда будет происходить сама трансляция и по тому, когда я уже выложу сам само видео в хорошем качестве. И тут же я оповещу, когда я сделаю телеграм-канал. Думаю, для тех, кто пользуется телеграмом больше, чем ВКонтакте, будет удобнее следить за новостями там. Итак, значит так, проект у нас создался. Теперь попробуем через редактор его открыть. Дизлайк я уже знаю, за что мне поставили. Причем два. Спасибо. Так что в следующий раз, я думаю, этот момент с качеством больше не повторится. Значит так, у меня что-то очень долго грузит все это. Давайте попробую закрыть все лишнее. Давай. Значит так, данная утилита нам сразу же подготовила все файлы, то есть просто скопировала какой-то определенный boilerplate, который является официальным. Тут у нас уже прописан весь код, который заранее подготовили. И мы можем его переделать под нас. Что-то у меня очень сильно все подлагивает. Это, наверное, больше всего виноват сам OBS, потому что он всю память у меня сжирает. Сейчас попробуем запустить сам проект, чтобы посмотреть, что у нас в итоге получилось. Я думаю, это тоже сейчас затянется как минимум на час, как и было с зависимостями, потому что разница скорости между зависимостями и запуском проекта у меня, в принципе, одна и та же была. Значит так, что нам в данном случае не нужно, пока вот у нас запускается проект, не будем зря время тратить. Давайте сейчас сразу же избавимся от вот этого файла, от вот этого лого и Registrate Service Worker. В принципе, нам Service Worker не нужен, так как мы не будем его использовать для интернет-магазина. Я не буду пока удалять, потому что проект должен собраться. Итак, еще такой момент, ну, не особо важно, но тем не менее, если же у вас уже проект запущен на порте 3000, то данная утилита будет
прикручивать ваш какой-то другой проект к порту 3001, 3002 и так далее, так далее, так далее. Как сейчас и в моем случае. На данный момент у меня запущен мой другой проект на 3000 порте. Там я сейчас разрабатываю другой проект. Показывать его пока, к сожалению, не могу. Ага. Ну, хотя бы есть плюс в том, что React Native в несколько раз дольше собирает проект, потому что где-то месяца там 3-4 назад я работал React Native разработчиком. Я вот это вот не могу понять. А, я понял, я понял. По-моему, с недавних пор Chrome начал ко всем адресам с HTTP привязывать вот такой вот интересный флаг. Но, думаю, для нас это на данный момент не критично. Значит, так, давай, давай, давай. Все. Сейчас я отвечу, будет на вопрос на пальце, сейчас дизлайка, годный, конечно, будет. Телеграм-бот еще. Кстати, телеграм-бот я хочу тоже разработать. У меня там в репозитории, в моем профиле можете посмотреть, есть, по-моему, называется Crypto Notifier. То есть я хочу, я недавно начал этими всякими криптовалютами увлекаться и решил сделать бота, телеграм-бота, который будет оповещать о том, когда курс там по определенному биткоину там или эфиру будет падать или повышаться. Думаю, наверное, по этой части тоже запишу отдельный видеоурок, но не в этом случае. Итак, вот мы запустили проект, у нас собрался вот такой простой проект. Наша задача на данный момент является избавиться от всего мусора, который нам создал Create React App. Что у нас тут есть, как вы видите? У нас есть тут тесты, которые нам, в принципе, не нужны. У нас есть App CSS, который тоже нам не нужен, потому что это мы использовать не будем, и так далее, так далее. Лого и так далее. Давайте сразу же избавимся от этого и вот этого. Дальше оставим индекс CSS. App.js тоже оставим. И индекс.js тоже оставим. У нас у нашего проекта должна быть определенная точка, которая будет собирать все остальные компоненты, которые будут прикручиваться к нашему проекту. То есть в нашем случае индекс.js это будет главным, скажем так, компонентом, JS-овским файлом, который будет собирать нам все приложение. И избавимся от этой части тоже, потому что она, в принципе, нам не нужна, ее уже нету. Дальше. Ну, думаю, вот это пока можно оставлять. Это можно удалять, потому что сейчас у нас, насколько я знаю, будет ошибка. Да. Сейчас постараюсь разделить браузер и сам редактор на две части. Думаю, так будет и мне удобно, и всем остальным. Значит, так, вот у нас жалуется, что каких-то там файлов нету, каких-то JS-файлов тоже нету. Значит, так, logo is not defined. Вот, logo is not defined. Избавимся от этого тоже мусора. И пока пусть будет у нас такой проект. Сразу же, ну, назовем его контейнер. Пусть пока будет контейнер. И вот наш проект. Пока он пустой, тут ничего, в принципе, нету. На данный момент нашей задачей что является? Является, в принципе, понять, что мы будем делать. И делать, как уже было ясно, мы будем интернет-магазин. В первую очередь мы постараемся прикрутить просто Redux. То есть мы не будем сейчас создавать там много экшенов, не будем создавать всякие определенные редюсеры на каждый функционал. И, кстати, посмотрю, сколько по времени, потому что я, наверное, уже и себя, и всех утомлю. Ага, ну, думаю, еще минут 15 хватит, и можно будет остальную часть уже в другой трансляции рассказывать. Итак, я не знаю, как, наверное, больше буду использовать нативный CSS, так как я хотел использовать какой-нибудь препроцессор или styled components, но думаю,
Для самых таких начинающих это будет чуть сложнее. Понять еще, что такое там SCSS или понять, что такое Styled Components. Попробуем все это делать на обычном CSS, именно визуальную часть. Итак, что у нас получается? Давайте я просто коротко объясню для тех, кто только с React столкнулся, что тут происходит. У нас есть сам проект, то есть в package.json прикручены все уязвимости. В scripts хранятся все команды, которые будем мы выполнять. Start просто запускает сам проект, чтобы мы могли в процессе, ну, меняем какой-то там код, чтобы в процессе редактирования этого кода происходили обновления в каких-то частях нашего проекта. Build будет собирать нам проект, то есть при сборе проекта ну, мы не сможем там производить какие-то там действия прямо в реал-тайме. То есть build нам просто собирает проект для того, чтобы этот проект мы уже могли прикрутить к рабочему серверу. Тест нужен, как уже понятно по самому слову, для того, чтобы тестировать наш проект. Eject нужен для того, чтобы сам проект развернуть, то есть все конфиги веб-пака, React.js и так далее. Что мы, кстати, сейчас попробуем сделать. Это я попробую убрать. Отдельно сделаю вкладку. Кстати, не так, а вот так вот. React Shopping. Развернем наш проект. Значит так, внимательно посмотрите за этим моментом, потому что сейчас у нас есть три папки. То есть Node Modules, Public и SRC. То есть наш исходный код самого проекта. Yarn Inject. Сейчас он спросит, вы действительно хотите его развернуть или нет. Я соглашаюсь со всем этим. И теперь у меня package.json уже немного другой. То есть уже добавились все остальные зависимости, там Babel, CSS, PostCSS, по веб-паку, по React и так далее. Мы также можем заметить, что появилась папка scripts и config. Объяснять по этим частям я не буду, потому что это займет тоже отдельное время, но говоря коротко, скрипт JS, то есть build.js, start.js, test.js, у нас там хранятся все, весь функционал для определенного действия, который будет вызываться через вот эти вот команды. Где они? Где они? Вот они. Сам конфиг мы можем, в принципе, настроить, как мы хотим. То есть сам веб-пак, прикручивание каких-то определенных лоудеров и так далее. Но, думаю, в нашем случае это не пригодится. Это нужно для того, если вы хотите как-то разработать свой конфиг для вашего проекта, удалить что-то лишнее из веб-пака и так далее, или что-то прикрутить. В общем, у нас есть исходная точка. Это index.js. То есть тут у нас будет собираться весь наш проект и прикручиваться уже к самой странице. То есть, по сути, у нас получается вот такая обычная страница. Тут у нас нету ничего. То есть даже если, например, сейчас постараюсь добавить H1 с таким текстом, тут он должен отобразиться. Итак, полифил А. Я понял, я понял, я понял. Нам нужно будет заново запустить проект, потому что конфиги у нас переделались. Да, подтверждаем, что на 3001 порту мы хотим запускать. Те, кто более-менее знаком с React, понимают, что при изменении нашего исходного кода, нашего проекта и при запуске, то есть при отображении исходного кода самой страницы, мы не получим все там наши компоненты, элементы и так далее. То есть все у нас передается в вот этот один блок, который будет рендерить нам уже весь наш проект. То есть рендер происходит с помощью вот этого вот метода, который в свою очередь будет прикручивать уже весь наш проект из вот этого вот компонента. И с помощью метода getElementById мы указываем, куда именно прикручивать.
Итак, опять вот. То есть тут мы написали H1 с таким текстом, но самой страницы в исходном коде этого текста нету. Итак, не буду сейчас очень сильно углубляться в весь процесс самого React, как он работает. Давайте попробуем сейчас прикрутить сам Redux. Да, в принципе, можно было не разворачивать. Я это объяснил больше для того, чтобы люди знали, что можно разворачивать и зачем это, в принципе, нужно. Итак, давайте первым делом что сделаем? Перейдем на сам Redux. Сейчас что-то выровняю так. Вы не представляете, как сильно все зависает. И это, наверное, все больше из-за OBS. И, кстати, у редакции обновилась документация и визуальная часть даже стала намного лучше. Что нам сейчас нужно сделать? Нам сейчас, в принципе, нужно на самой документации редакции вы можете посмотреть инструкцию. Есть еще, кстати, русская документация. По-моему, она где-то тут. По-моему, нужно просто бить «рус», и отображается документация на русском языке. То есть тут вы можете посмотреть, те, кто чуть хуже разбираются в английском языке, вы можете прочитать саму русскую документацию. Но не могу вам гарантировать насчет того, насколько это свежая документация, как в случае с официальной. Итак, что мы будем делать? Мы будем сейчас прикручивать сам Redux. То есть первым делом нам нужно прикрутить саму библиотеку. Дальше нам нужно прикрутить сам React Redux. Мы также можем прикрутить еще отдельные библиотеки для логирования всех экшенов, которые будут передаваться в хранилище или в редюсеры. И, наверное, будем еще использовать библиотеку Redux Func для того, чтобы выполнять асинхронные экшены. Какие-то асинхронные определенные действия. Func. Пока я конкретно объяснять по этой библиотеке не буду, но объясню по этой. То есть эта библиотека, по-моему, сделана нашим советским разработчиком, насколько я знаю, для того, чтобы все действия, которые передаются в само хранилище, мы могли в консоли отобразить. То есть это очень удобно для дебагинга при изменении самого состояния. Redux нам нужен для того, то есть это обычная библиотека, как я сказал ранее, он нужен для того, чтобы работать с самим хранилищем. React Redux нужен для того, чтобы связать Redux с React. То есть это такое связывающее звено между этими двумя библиотеками. Итак, давайте сейчас установим сразу же все зависимости. Что это у нас? А, точно. В случае... Кто не знает, что такое Yarn, это альтернатива npm. В случае с npm вы можете написать npm install, то есть npm install, и все то же самое. По-моему, называется DevTools, да, если я не ошибаюсь. Я его когда-то использовал, но после того, как все переустановил, больше с этого момента он мне, в принципе, не пригодился. Да-да-да, спасибо, что написал. Он мне с этого момента, в принципе, не пригодился. Хотя очень удобная штука, соглашусь, может кому пригодится. Но я, по крайней мере, без него тоже хорошо пока справляюсь. Итак, все зависимости у нас, которые нужны были, установились. Теперь что нам нужно сделать? Как я сказал, о, не то, не то, не то. Давай это сюда переключим. Что нам нужно сделать? Как я говорил ранее с Redux, у нас будет одно хранилище, которое будет, ну, как ни странно, хранить какие-то данные. Это хранилище будет передавать уже самим компонентам какие-то там данные. Для того, чтобы в первую очередь создать хранилище, мы должны сначала создать саму структуру проекта. Дело, в принципе, каждого, кто какие папки создает, какие-то там компоненты создает и так далее, но... Я все-таки вам советую использовать именно структуру, где вы делите каждое действие, ну, на отдельные папки. Конечно, не конкретно, на каждый там компонент,
делить там одну папку просто ради того, что это отдельный компонент или один функционал, делить там одну папку чисто для этого одного функционала. Нет. Просто если у вас есть какие-то повторяющиеся компоненты, какие-то повторяющиеся там функции, методы и так далее, которые выполняют, в принципе, схожую роль, ну, в принципе, разную, вы можете это все разделить по отдельным папкам. Итак, что я сейчас сделаю? Например, у нас есть редюсеры. То есть у нас будет так, что у нас есть редюсер список продуктов, редюсер список корзины. То есть будет у нас корзина, где список тех продуктов, которые мы добавили в саму корзину. И думаю, в принципе, пока все. Будут два редюсера. В этом случае я создаю папку «Reducers». В папке «Reducers» я буду создавать еще два файла. То есть «Reducers», ой, не «Reducer», а «Books.js». Так как у нас интернет-магазин – это по продаже книг, будет логично, если у нас один «Reducers» будет называться «Books.js». Второй редюсер будет называться Cart.js, то есть Cart — это наша корзина. То есть в этом редюсере мы будем хранить список всех продуктов, книг, которые мы добавляем. В этом редюсере у нас будет храниться список всех наших книг. То есть они будут совершенно разными по функционалу, то есть ну, по изменению самого состояния. И будет логично, если мы будем делить их на несколько редюсеров. Дальше у нас должен быть один индекс JS. Спрашивается, почему. Дело в том, что это разные редюсеры. А суть редакса — получить один редюсер. То есть не несколько, а один целый редюсер. И для того, чтобы получить один целый редюсер, мы должны использовать такой вспомогательный метод, как combine. Давайте тут покажу лучше. По-моему, это даже не официальной документации, а тут или нет, я ошибаюсь. Combine Reducer, да. То есть в официальной документации есть, ну, есть какие-то определенные вспомогательные методы. Это создание хранилища, объединение нескольких редюсеров, как в нашем случае, в один целый. Это подключение каких-то определенных middleware, то есть, как я сказал, грубо говоря, посредников. Это создание экшенов. Ну и compose — это такой определенный метод, который связывает несколько каких-то там функций в один целый для какого-то определенного компонента. Нам, по крайней мере, потребуется create store, combine reducer, apply middleware и bind action creators. Итак, что мы будем делать в первую очередь? В первую очередь мы создали редюсеры. Мы чуть позже пропишем весь код. Дальше нам нужно создать папку actions. Папка actions нужна для того, как и в случае с редюсерами, чтобы разделять экшены по нескольким файлам. То есть у нас функционал разный в нашем приложении. У нас будет функционал для книг, ой, без JSX. То есть функционал для книг будет храниться в файле books.js. Функционал для карт, ну, для корзины, у нас будет храниться в файле card.js, как и в случае с редюсерами. То есть тут у нас будут экшены, тут у нас будут редюсеры. Дальше у нас происходит следующее. Нам нужен файл store.js. Мы можем, в принципе, создать папку отдельно для store.js и указать index.js. Так некоторые программисты делают, но я, по крайней мере, не вижу смысла именно разделять store.js, ну, store само хранилище в отдельной папке, так как с самим хранилищем нету никаких либо других файлов, которые как-то связываются, как в случае с редюсерами там, или с экшенами и так далее. То есть у нас будет один файл store.js, и в нем будет создаваться само хранилище, которое будет передаваться уже наш сам компонент или само приложение, и будут выполняться какие-то определенные действия. Итак, давайте что сделаем в первую очередь. В первую очередь мы создадим само хранилище. Посмотрим саму документацию. То есть в самой документации очень просто и понятно приводится пример, как создать хранилище. Давайте в первую очередь я
пропишу все, в принципе, то же самое и объясню, что, зачем, для чего нужно. Это мы уберем. Это мы пока тоже уберем. Итак, что тут есть? Тут есть вспомогательный метод createStore. То есть этот метод предназначен, как я сказал ранее, и понятно с документацией, для того, чтобы создавать хранилище. Дальше есть reducer. То есть этот reducer уже мы прикручиваем, чтобы производить какие-то манипуляции с нашим хранилищем. Не, как я сказал ранее, манипуляция не в том плане, что у нас будет меняться исходное хранилище, а мы будем возвращать новое хранилище с какими-то измененными данными. Давайте пока просто оставим все так же, но попробуем посмотреть, что у нас произойдет в консоли. Итак, у нас есть вспомогательный метод, есть какой-то один редюсер. Дальше у нас есть переменная store, которая будет вызывать метод createStore, и в которой передается сам редюсер. В сам редюсер передаются два метода. То есть, чтобы вы понимали, что такое редюсер, я объясню в таком понятии, что это обычная функция, как уже видно из самого кода. То есть редюсер — чистая функция. То есть это чистая функция. Любая чистая функция может считаться, ну, грубо говоря, редюсером, если она возвращает, не меняет исходное значение, а возвращает новое значение с какими-то уже измененными данными. То есть как в случае с редюсером. Редюсер получает два параметра. То есть он может, в принципе, получать их больше, но получает два параметра конкретно. Это само состояние и сам action. То есть тот action, который мы будем передавать уже в наш большой целый редюсер. То есть дальше уже этот редюсер будет пробрасывать в такие маленькие редюсеры этот action и проверять, какое действие для чего выполнять. Итак, у нас есть функция, которая получает состояние и получает сам action. То есть в каждый редюсер будет прокидываться наше состояние. То есть если там изменился в одном редюсере какой-то там, ну не знаю, какая-то переменная, это будет прокидываться в каждый редюсер и передаваться в каждый редюсер еще action. То есть, например, дальше в этой документации, как показано, есть метод dispatch. С помощью этого метода мы прокидываем в наши редюсеры, что нужно выполнить, то есть что нужно сделать, и если это какое-то действие будет выполняться по определенному ключу, что мы получаем. То есть вы можете часто замечать, что есть такая штука, как payload. То есть в этом случае просто текст. Есть еще так, что люди, в принципе, большинство пишут payload. Это нужно для того, чтобы передавать, не передавать по отдельности. То есть, например, есть текст, там какой-то текст, есть, например, ну, представим, ID 1 и так далее, неважно. Для того, чтобы не передавать по кускам свойства, мы можем использовать один объект, то есть мы можем передать все это в один объект, как текст, все то же самое, и ID, какой-то там определенный ID. Спрашивается, зачем? Дело в том, что какой-то из других редюсеров, например, или же не только add to do, а какой-то еще другой там метод по ключу, может получать какие-то такие схожие данные. То есть, например, у нас есть добавление и редактирование продукта. То есть мы будем передавать один и тот же, схожий по схеме объект, который будет принимать и там редактирование, и добавление. То есть это нужно для того, чтобы как-то связывать несколько объектов там или каких-то там данных по частям. То есть, например, там, как я сказал, при добавлении и при редактировании. Итак, тут уже дальше не принципиально, что мы будем передавать. Главная наша задача при передаче экшена является то, что мы должны передать обязательно type. То есть передаем, например, type add to do. И можем передать, как в примере с самим Redux документацией, ну, например, hello world. Дальше мы это можем все уже
сохранить, подключить это все в наш сам проект. И где у нас? Вот. Это мы уберем. Почему-то он у меня, кстати. А вот, нормально. Что произойдет? Мы, в принципе, можем сделать так даже. То есть, что произойдет? В наш проект подключится этот файл, который, в свою очередь, создает хранилище и вызовет вот этот вот метод. То есть, если мы этот файл просто подключим, будет вызываться все вот это вот. Итак, давайте сейчас просмотрим, что у нас в итоге получилось. Сейчас сразу же открою консоль. Пока мы не будем видеть никаких изменений. Не то, что визуальных, но и в консоли. То есть ничего не происходит. Для того, чтобы посмотреть, что произошло, как и в документации, я вызываю вот этот вот метод. И что это он у меня? Вот. Что происходит? Сначала, как я сказал, какой-то редюсер проверяет, что есть такой определенный ключ, который мы передали в action. После чего в action также передается какой-то там какие-то данные, которые пробрасываются в сам редюсер, и сам редюсер уже склеивает новые значения с самим состоянием, то есть нашим хранилищем. То есть происходит это именно таким образом. И для того, чтобы уже получить само хранилище, мы используем store getState. То есть все эти методы – это методы самого Redux, ни в коем случае не React. То есть все, что мы пишем тут, это связано только с Redux. То есть мы никак это не связываем на данный момент с React. Мы, в принципе, можем взять это состояние и пробросить его в этот компонент. Но это будет работать до тех пор, пока мы не проследим этот момент. Для того, чтобы этот момент проследить, нужно использовать уже отдельный метод, который будет следить там за каким-то определенным действием, то есть манипуляцией состояния, и оповещать об этом наш компонент. То есть для того, чтобы оповещать об этом наш компонент, мы будем использовать такую библиотеку, как React Redux и метод connect. Кстати, не connect, а provider. Пока будет тут provider. А connect нужен для того, чтобы к определенному компоненту подключать само состояние, то есть хранилище, чтобы этот компонент мог обращаться к хранилищу и получать оттуда какие-то определенные данные. Итак, что у нас есть? У нас есть вот такой вот простой редюсер, то есть вот такой вот простой код. Мы сейчас его постараемся переделать под наш вариант, то есть под реактовский вариант. Что тут следует поменять? В первую очередь нам нужно создать какой-то определенный метод, который будет производить какие-то там действия, то есть склеивать сначала middleware, склеивать само состояние, и все это передавать в одну переменную. Итак, что тут нужно сделать? В первую очередь нужно добавить еще один метод. Не только create store, но и apply middleware. Это нужно будет для того, чтобы прикрутить Redux Logger, чтобы мы могли следить за всеми изменениями, которые будут производиться в нашем хранилище. Например, я там меняю какой-то там продукт, и в консоли у меня будет отображаться, что был вызван такой-то action, и вначале были произведены вот такие манипуляции, то есть было такое хранилище, в конце мы получили такое хранилище после того, как этот action вызвался. Итак, я создаю сначала функцию default. Я могу, в принципе, в нее пробросить initial state, какое-то там состояние, но, в принципе, в нашем случае это не пригодится, так что саму функцию я ничего передавать не буду.
Чуть позже я объясню, зачем я делаю именно так. То есть некоторые вы можете заметить, что делают там create store и уже тут пробрасывают там state и так далее, а потом этот state пробрасывают уже и так в create store, чтобы уже получить какое-то определенное состояние и создать это хранилище. В нашем случае это не пригодится. И будем использовать немного сахара от ECMAScript. Это нам тоже пока не пригодится. Тоже очень важный момент, просто перед тем, как я это удалю, хочу показать. Почему switch, а почему не if, не if-ами? Дело в том, что тут дело, скажем так, вкуса или там выбор программиста, кому if, кому switch. Switch подходит в том случае, если у вас очень много каких-то там действий нужно производить. В случае с if-ами это будет некрасиво выглядеть, то есть на каждый if у вас выполняется какое-то определенное действие. Switch с этой задачей справляется чуть более элегантнее, и на каждое действие вы можете указывать ключ, который уже будет производить какое-то действие и возвращать новое состояние. То есть мы получили одно состояние, там добавили какой-то текст, вернули это состояние и пробросили это уже в само хранилище. То есть примерно такая история. Если же ключ никакой не был найден из того, что тут есть в этом редюсере, мы возвращаем состояние по умолчанию. То есть то состояние, которое у нас в итоге должно вернуться без каких-либо манипуляций. Итак, что мы делаем? Мы берем все то же самое. Let мы можем не писать, достаточно store. Дальше. Дальше, в принципе, есть такой метод, как applyMiddleware. С помощью applyMiddleware мы можем указать, что именно нам нужно подключать. То есть, какую именно библиотеку мы должны подключать в качестве посредника. Можем использовать разные библиотеки. Это может быть Redux Thunk, это может быть Redux Logger, то есть все что угодно. Тут дело за вами. Но, как я сказал, мы будем использовать Redux Thunk, Logger и достаточно этого. То есть вы, кстати, тоже можете слышать про там Saga, там про Apollo, так далее, так далее. Это тоже такие отдельные библиотеки, которые тоже подключаются к Redux там, или самому React. Итак, что нужно сделать? Нам нужно сейчас в первую очередь вернуть какое-то состояние в Create Store. Дальше мы можем вернуть еще какие-то дополнительные, ну, посредники, middleware, которые будут что-то делать в процессе, когда будет происходить манипуляция каких-то данных. Для того, чтобы прокинуть наше хранилище middleware, мы должны использовать вот этот вот метод. В этот метод мы уже передаем какие-то функции, которые будут выполняться в процессе изменения нашего хранилища. И что нужно знать? В первую очередь нужно знать, что когда мы будем прикручивать сюда какой-то редюсер, то есть самый главный редюсер, он вернет нам состояние. Create store получает состояние и какие-то еще вспомогательные методы. То есть тут вы можете, в принципе, прочитать подробнее, как он работает, зачем он, что и так далее. В нашем случае важно, чтобы у нас было какое-то состояние и какие-то вспомогательные методы. Сейчас мы подключим Redux Logger. Этот логгер будет пробрасываться при создании хранилища и при выполнении любого экшена, который будет выполняться в нашем приложении. Сейчас попробуем все то же самое повторить, но без console log. И, кстати, нам нужно будет еще вернуть хранилище и вызвать сам метод. То есть, если мы в переменную передали хранилище, нам нужно это хранилище вернуть. Без этого. И давайте уже назовем пока, по крайней мере, как-то метод там create store.
Это у нас функция. И что? Вызовем create store. Дальше хранилище у нас создается. Const store. Я, в принципе, сейчас дублирую то же самое, но я пока не буду удалять этот метод, так как он нам пригодится. Мы просто могли бы это взять и поместить сюда. Но этот метод мы пока оставим. То есть в переменную store мы передали метод, который будет вызывать этот метод, который в свою очередь будет возвращать нам хранилище. Кстати, давайте пока просто create назовем, потому что у нас уже два метода таких есть. Теперь у нас в store будем передавать какой-то определенный action. Console.log выполнять мы не будем. То есть теперь у нас с задачей логирования изменений будет справляться сама библиотека логер. Сейчас посмотрим, что он нам пишет. Значит так, expects a fun. А, я понял. Давайте сделаем следующее. Reducer state и там action. Хотя, в принципе, action нам не нужно будет, но давайте напишем в всякий случай action return state. По-моему, насколько я знаю, нужно было сказать так. Итак, что у нас происходит? У нас библиотека Logger следит за всеми изменениями, которые выполняются в хранилище. То есть мы в нашем случае просто возвращаем то же состояние, которое мы вернули, то есть указали нашему редюсеру. Наш редюсер получил пустой массив. То есть получили изначально пустой массив, получили какой-то action, вернули пустой массив. То есть ничего у нас не произошло. Как вы видите, в action передались два параметра: text и type. То есть то, что я передал тут. То есть Redux Logger позволяет вам следить за всеми экшенами и за всеми изменениями, которые происходят в вашем хранилище. Примерно такая история. Теперь все то же самое мы можем написать, но уже под React JS. Итак, создаем метод default, то есть обычный метод, который будет создавать хранилище и возвращать его нам, то есть возвращать уже его в провайдер, то есть подключать его к самому компоненту и пробрасывать эти пропсы, все состояния в другие компоненты. Итак, что у нас получается? У нас получается, мы создали переменную store, которая в своем случае выполняет метод createStore. Тут мы должны указать редюсеры, то есть какой-то один редюсер, функцию обычную, и дополнительные какие-то вспомогательные функции, методы, которые будут что-то там делать в процессе изменения нашего состояния. Итак, пока мы оставим так, но пропишем. Reducers. Тут укажем root reducer и вернем его тут. То есть это нужно для того, чтобы наш редюсер, то есть несколько редюсеров, которые есть тут, объединялись в один редюсер, который в свою очередь будет выполнять какие-то там действия и возвращать новое состояние. То есть у нас раз-два, две функции будут. Мы их объединим в одну целую и вернем в этот метод. Теперь давайте простым методом создаем переменную initial state. Вы можете как угодно указывать, можете указывать просто state, не принципиально. То есть у вас должно быть какое-то определенное состояние изначальное. В нашем случае это будет не массив, а объект. Объект будет хранить книги, который в свою очередь будет являться переменной. Дальше default будет метод, который будет получать state, то есть это обычный редюсер, который мы вытащили отсюда.
то же самое, то есть state и action. Примерно так. То есть мы возвращаем функцию в одну целую функцию. То есть вернули одну функцию, которая будет производить какие-то действия. Передадим это все в combine reducers, который мы, кстати, сейчас будем использовать. Этот combine reducer создаст одну функцию, которая будет возвращать уже сюда. То есть у нас будут какие-то разные функции, которые будут выполнять какие-то определенные действия для разных данных. Итак, давайте сейчас попробуем сделать следующее. Точно таким же способом, как я объяснял ранее, создаем switch. Action получает type и payload. Мы передаем switch значение из type, то есть ключ. И указываем, что нужно делать, если мы там, например, добавили книгу. То есть если у нас в action type отправлен ключ add the book, то мы указываем, что нужно сделать там изменение какого-то состояния, например, вот этой вот переменной. Трансляция будет выложена, да, трансляция будет выложена. Мы указываем, что мы хотим добавить книги. То есть пишем примерно таким образом. Так как у нас возвращается объект, мы должны вернуть объект. Дальше мы должны указать, что в books мы должны передать то, что есть тут. Payload. Если мы хотим добавить несколько книг, мы должны передать так. State books. И тут указать, какой объект добавить. Это в том случае, если у нас несколько каких-то книг будет добавляться при выполнении этого ключа, то есть этого метода. Но если у нас заключается суть в том, что мы хотим там, например, получили с сервера книги, хотим все это просто вставить в переменную books и отобразить, то мы должны указать именно так. И, конечно, мы должны вернуть не объекты, как по отдельности, а массив объектов, то есть массив, который в свою очередь будет отображаться в самих компонентах. То есть в нашем случае пока мы будем, наверное, пока мы будем тут добавлять книги, то есть просто вставляем книги, которые нам вернет сервер, а тут books мы будем возвращать сначала все наши книги и в конец вставлять объект, который мы передали через action. Дальше мы тут указываем обязательно, если никакой ключ не был найден при выполнении action, никакой из этих ключей, например, мы передали в action type 1.1, то есть ничего из этого, из этих ключей не выполнится, мы должны вернуть само исходное состояние, который просто вернет уже нашим компонентам то состояние, которое было изначально, то есть до выполнения самого экшена. Итак, что у нас получается? Мы вернули объект, который в свою очередь будет возвращать, то есть заменять вот этот объект на вот это вот. То есть если у вас, например, будет еще, ну скажем, пусть будет IDS, например, то есть список идентификаторов каких-то книг, то вам нужно указать не просто books, а state. Потом уже указывать, что заменять. То есть тут мы передаем через через вспомогательную такую штуку, через сахар ES6, пробрасываем все свойства, которые есть в этом объекте, то есть state. То есть передаем все параметры, которые есть в нашем state, а потом уже заменяем то, что нам нужно конкретно. То есть сначала он ставит, ну, например, books, IDS. Дальше мы указываем, что нам нужно заменить именно books в конце.
и указываем, что именно заменять. Дальше тут мы пишем, что в books нужно не просто заменить то, что мы отправляем, а сначала добавить все, что есть из books, то есть сначала мы все добавляем, конкатенируем наш массив с какими-то там данными, а потом в конце уже добавляем сам объект. И так, тут мы все, в принципе, сделали. Единственное, что нужно сделать, это передать вот этот вот объект. Итак, проверим action type. Если у нас set books, то просто вставляем то, что есть в action payload. Если у нас add books, то мы добавляем список в список книг еще одну новую книгу. Пока пусть будет так. Сейчас тут будет ошибка. У нас есть один редюсер. Вот он. Один редюсер. Теперь нам нужно сделать следующее. Через метод, редаксовский метод combine reducer, мы должны объединить все редюсеры в одно целое. Но прежде чем объединить, мы должны вернуть, то есть, эту функцию. То есть она объединяет несколько функций в одну целую функцию, которая передается, как я сказал, уже сюда. Default. Вернуть эта функция. Кстати, вот так вот. Вернуть эта функция должна какую-то функцию, которая уже пробрасывает сюда. Но тут мы указываем еще один момент, что в первую очередь нам нужно получить reducer books. Вставим его. То есть мы можем написать так. Но так как мы используем ECMAScript 6, мы можем не писать примерно такое значение. Мы можем просто указать свойство, которое, если у вас свойство является и значением, то вы можете просто указать именно таким способом, передать просто переменную. Дальше в объект будет присваиваться свойство с таким названием и значением, которое есть в этой переменной. Все, вроде бы все. Итак, тут мы, в принципе, все сделали. Сейчас проверим, ошибки, не ошибки. Ну, единственное, что он говорит, provider is defined, but never used. Он говорит, что провайдер объявлен, но не используется. Теперь, что мы делаем? Тут все у нас есть. Теперь мы должны уже подключить к нашему проекту, Redux. Но только это делать нужно не тут. Давайте пока null вернем. А то он будет ругаться. А вот тут вот. И укажем store from store. Теперь тут мы немножко переделываем, то есть мы делаем следующим образом. У нас есть, назовем его компонент, то есть в принципе это вспомогательный метод, который будет объединять Redux и React с помощью компонента, то есть с помощью функции provider, которая в свою очередь все склеит и передаст это уже в наш компонент. То есть тут мы уже чуть-чуть поменяем код. Напишем provider и в provider добавим наш app. Provider принимает store, то есть принимает свойство store, которое мы создаем с помощью вот этого вот метода. То есть мы создали сначала хранилище, то есть в хранилище мы передали один редюсер, который хранит в себе несколько склеенных редюсеров. Также мы передали вспомогательную функцию, которая будет получать, ну, будет следить за всеми изменениями, нашими состояниями. Дальше мы сказали, что эту функцию, ее нужно пробросить куда-то, то есть она будет выполняться где-то импортироваться. Если эта функция выполняется, то мы говорим, что с помощью store, метода store, мы возвращаем саму переменную store и что-то с ней делаем.
Тут мы получаем нашу функцию, не вызываем ее тут, вызываем ее именно тут, но не как переменную, а как метод. То есть теперь у нас она вызывается как метод, пробрасывается в этот props, в это свойство нашего хранилища, которое позже будет использоваться в нашем компоненте. Теперь у нас вроде не должно быть ошибок. Вот. Ошибок у нас в принципе нету. Единственное, он говорит, что не ошибка, а предупреждение, что ты используешь какой-то React, но нигде его не используешь, не применяешь. Хотя, в принципе, он не должен, по-моему, на это ругаться. Но давайте сделаем так. Зачем это, в принципе, делать? Оставим как есть. Это незначительная проблема. В общем, теперь у нас приложение наше понимает, что есть какое-то хранилище, которое мы можем использовать и изменять, что-то с ним делать. Давайте попробуем сделать следующее. Я создам книгу с нулевым индексом, у которой название. Orwell, по-моему, так. Если не так, ничего страшного. И проверим. Кстати, я пока не очень уверен, как у нас это сейчас будет работать, но давайте убедимся, что вообще сам компонент выполняется. Значит так, George Orwell прокинули. Теперь давайте попробуем вызвать изменение нашего состояния. Ну, например, вызывать мы будем это изменение setTimeout. Dispatch type. Возвращать мы будем, ну, например, пока ничего не будем, то есть просто отправим какой-то метод. Кстати, давайте сделаем так. Создадим переменную. Вдруг потом может пригодиться. Это мы сделаем так. Пусть пока у нас будет сначала библиотеки выполняться, потом наши компоненты, потом какие-то вспомогательные методы. Тут мы указываем, что через одну секунду у нас выполняется action. Хотя бы убедимся, что у нас вообще, в принципе, это работает. Store. Create store. Вот. Он ругается, что эта переменная и эта переменная имеют одно и то же название. Вот. Итак, что у нас тут происходит? Походу я тут что-то не так сделал, где-то я тут накосячил. Давайте сейчас проверим, где. Потому что он говорит, что я получаю функцию как состояние и возвращаю функцию. То есть где-то я тут, видимо, накосячил. Давайте проверим. Значит так. А, то нет. Хотя тут, в принципе... А, все, понял. Все, вроде бы понял. Тут нужно возвращать не функцию, а выполнять этот метод, который будет возвращать уже какие-то там данные. То есть какой-то один редюсер. Вот. Проблема была в том, что я возвращал функцию. То есть, а по сути, мы должны были вызывать сначала combine reducer, а не выполнять сначала функцию, которая вернет combine reducer. Примерно такая проблема. Теперь у нас какая ситуация? У нас есть состояние, то есть George Orwell, книга. Мы передали action. Дальше проверяем, что произошло. Ничего не произошло. То есть наше хранилище никак не изменилось. Но теперь давайте попробуем заменить то, что у нас есть, на какую-нибудь другую книгу. То есть теперь я указываю set books
payload. Ну, например, массив книг ID 0, title, hello world. Пусть будет такая книга. Теперь проверим, что у нас все работает нормально. Вот. Итак, у нас изначально книга такая. Мы передали setBooks. В payload мы указали, какую именно книгу нужно заменить, на что. И у нас теперь reducer books, то есть наш весь целый reducer, наше все хранилище. Наш конкретный reducer books понял, что по ключу, который ему прислали, нужно заменить хранилище, то есть вот эту вот часть, нужно заменить на вот это. Однако вы можете, кстати, заметить такую вещь. То есть сам наш reducer books хранит себе свойство books. То есть не думайте, что это какой-то косяк. Вот тут вы можете проглядеть, что есть books и IDS, но тут нету. Дело в том, что мы вернули объект, но не указали, что нужно еще вернуть всю остальную часть. То есть нужно сначала указать state, то есть наше состояние, вернуть все, что есть в нашем состоянии, а в конце заменить уже на что-то. То есть books заменить на что-то. Теперь у нас books и IDS будут возвращаться при изменении нашего состояния. То есть, как мы видим, теперь у нас books, reducer, передает books и IDS, который, в свою очередь, уже имеет другую книгу. В принципе, это вы могли бы как бы посмотреть в других видеоуроках, но, думаю, раз уж я начал рассказывать про Redux, почему бы не рассказать, как он сам работает. Давайте теперь избавимся от вот этого, потому что это, в принципе, нам не пригодится. Тут мы пока писать ничего не будем, оставим books и это уберем. А тут все оставим. Может, в будущем мы как-то еще дополним остальную часть. Итак, это можно закрывать. Это можно тоже закрывать. Угу. А это можно убирать. В принципе, можем оставить так, а не выполнять так. Ну, думаю, давайте пока оставим так. В будущем может нам это пригодиться. Если нет, то, ну, наверное, в следующей трансляции мы избавимся от этого, если нам это не пригодится. Но пока, я думаю, это оставлю. Итак, теперь у нас компонент app может принимать хранилище. То есть мы уже в app-компоненте можем получать все, что у нас есть в нашем состоянии. То есть давайте еще раз попробуем кое-что сделать. Тут оставим все как есть. И в нашем app.js мы получаем. То есть метод render будет возвращать нам все, что мы указали тут. Тут мы указываем, что нам нужно вернуть books. Например, сделаем так, более упрощенный вариант. Что тут произошло? Почему я сделал именно так? То есть переменная books будет принимать пропсы, то есть все пропсы, которые передавали в app, а их там может быть много. Чтобы это показать, в наглядном примере я сделаю так. App пока ничего не принимает, то есть никаких пропсов мы ей не передаем. Чтобы app у нас мог принимать те пропсы, ну, то есть те все состояние, которое есть в редаксе, то есть в нашем хранилище. Кстати, а тут давайте пока это уберем. Тут мы должны указать important react redux и connect. То есть мы должны использовать вспомогательную еще одну библиотеку React Redux, которая будет связывать Redux с React.
С помощью метода connect мы соединяем наш компонент с нашим хранилищем. То есть именно эта библиотека и позволит вам уже использовать наше хранилище для каких-то целей. То есть, как вы видите, теперь у нас есть такой определенный props. Давайте сейчас попробуем сделать следующее. Connect принимает несколько параметров, но мы будем использовать пока два. То есть он принимает две функции. Одна функция будет возвращать, первая функция будет возвращать состояние, вторая функция будет возвращать методы. То есть методы конкретно, которые будут уже храниться тут. Давайте разделим это на части map state to props. То есть вы часто можете замечать, что люди пишут так. Вы можете даже написать так. Не принципиально. То есть вашей главной задачей является вернуть функцию. Дальше я указываю, что мне нужно вернуть, при выполнении этой функции, мне нужно вернуть объект с какими-то данными. Пока пусть будет так. То есть мы вернем все наше состояние. Или же давайте напишем, ну нет, пока ставим так, но тут сделаем так. Map state, чтобы как-то различать. Теперь мы видим, что у нас есть какое-то новое значение, то есть books, которое в свою очередь ничего не хранит. То есть у него нет никаких книг. Да, действительно, нет никаких книг. Итак, теперь у нас выполняется метод setTimeout, который через одну секунду будет выполнять action, и после чего в app.js уже есть новое значение, то есть новая книга. Чтобы это наглядно books, почему у нас books? У нас должно быть именно books и ничего больше. Да, чтобы это уже показать, как это работает, ничего лишнего, я думаю, тут не добавлять, мы должны сделать следующее. Давайте возьмем этот объект, добавим его сюда. А именно тут мы напишем, ну, пусть будет, не знаю, простая книга, пусть будет так. И что мы сделаем? Так как у нас this props хранит все, что тут указано, мы чуть упростим получение книг. Мы напишем const books this props books. То есть из редюсера books, то есть из этого редюсера мы вытащим books. Вытащим через этот способ. То есть мы указываем фигурные скобки и тут указываем, какие именно свойства нужно вытащить из вот этого вот объекта. Дальше я указываю, что мне нужно получить первый элемент. Первый элемент, так как это у нас массив, и вытащить оттуда title. Сейчас у нас будет Hello World, и потом появляется простая книга. То есть через одну секунду выполняется изменение нашего состояния. И, как вы видите, в console.log уже ничего не ловится, так как я убрал из app.js console.log. То есть примерно у нас такая история произошла с изменением нашего состояния. Единственное, что я могу в конце продемонстрировать, это как вызвать сам метод. То есть просто создадим очень простой метод. Const. Пусть будет простая переменная setBooks, которая будет получать books. И в свою очередь будет возвращать type setBooks. То есть то же самое, что я написал тут, я могу даже вставить вот так вот, чтобы было понятней. Но
важный момент, это то, что тут не нужно писать такой массив. То есть наш метод просто будет возвращать объект и передавать его в dispatch. То есть мы тут уже указываем примерно так. И, кстати, указываем export. Export const. Мы можем, в принципе, пока возвращать ее как функцию по умолчанию при импорте, но я думаю, в будущем мы еще дополним несколькими методами. Пока пусть будет обычный экспорт, и будем его вытаскивать по отдельности. Теперь я возвращаюсь к нашему app.js и беру actions папку. Из actions я вытаскиваю books, и тут я указываю set books. Теперь у нас есть простой метод, который будет возвращать обычный объект. То есть мы будем возвращать обычный объект. Тут нужно чуть-чуть поменять еще такую штуку. То есть мы теперь должны еще вернуть методы, которые будут пробрасываться наш app.js, ну, то есть наш компонент. То есть я пишу map dispatch to props. Тут давайте уже переделаем так. Map state to props. То есть мы прикручиваем наше состояние в пропсы и также прикручиваем dispatch, то есть все наши экшены в props, склеиваем с нашим пропсом. Тут мы ничего не пишем, это конкретно для состояния. Тут мы пишем map dispatch to props. Это мы убираем. Так как этот метод вызывается тут, в этот метод передается функция dispatch, которая в будущем нам сейчас и пригодится. Тут мы возвращаем объект, как и в этом случае. То есть мы склеиваем с нашими пропсами от app.js. Склеиваем состояние и все наши методы в одно целое. Но указываем set, но указываем метод. Set books. Дальше указываем dispatch. Возвращаем наш объект, но пишем books. И тут указываем books. То есть наш set books будет получать переменную books, которая в свою очередь будет вызывать dispatch. SetBooks будет возвращать в dispatch этот объект, то есть просто объект, ничего больше. То есть это будет выглядеть примерно так, как если бы я сделал вот так вот. Но для того, чтобы упростить именно этот процесс и разделить по частям, я указываю это в отдельном методе, чтобы не указывать type, payload и так далее. Просто у нас будет одна функция, которая будет получать books. Дальше она вернет объект, который в свою очередь отправляет этот объект нашим редюсерам, то есть в один редюсер. Теперь мы можем эту функцию использовать где-нибудь внутри нашего компонента. Я напишу const setBooks, и тут уже не thisPropsBooks, а просто props. То есть именно в props мы прокидываем вот этот вот метод. В случае с редюсерами у нас создается на каждый редюсер свое название. То есть на books у нас создается редюсер books и так далее. И это логично, что у каждого редюсера есть еще дополнительные свойства. Теперь я указываю метод setBooks. И пусть у нас будет const books. Нет. Пусть будет new books, который будет получать массив книг. Это мы убираем, потому что это нам уже не нужно. Пока у нас будет одна книга. И давайте не простая книга, чтобы различать уже, что мы поменяли. Пусть будет, ну, пусть будет shopping cart. Не знаю, cart, да, так верно. Теперь мы это передаем в этот метод setBooks. То есть что происходит? Кнопка, и кстати тут нужно сделать setBooks, newBooks.
Тут нужно поменять так, потому что у нас возникла ошибка. Да, это уже не первый вопрос, но тем не менее отвечу, да, выйдет. Я чуть позже выложу в хорошем качестве. Пока пусть будет так, потому что мне это уже нужно дозавершить. Что у нас тут возникло? А, точно, точно, точно. Ни в коем случае не делайте так. То есть, как сделал я, ни в коем случае не делайте. По той причине, что при рендере, то есть сейчас у нас что происходит? У нас рендерится один компонент. При изменении любого состояния, прикрученного через Connect, то есть мы прикрутились к нашему хранилищу, и так как наше состояние меняется, каждый раз компонент App.js будет обновляться, то есть будет происходить рендер. И для того, чтобы вот не получить вот такую вот проблему, то есть видите, что каждый раз метод вызывается. Для того, чтобы не получить такую проблему, следите за тем, как вы вызываете методы. То есть onClick будет вызывать метод при рендере этого компонента. И если пройтись по этой цепочке, то можно понять, что отрендерился компонент, вызвался метод, в метод передались какие-то значения, отрендерился компонент, дальше вызывается снова метод и так до бесконечности. То есть примерно такая история. Чтобы такого у вас не произошло, указывайте через метод bind. Bind передавайте контекст и какое-то определенное значение, то есть какие-то дальше уже аргументы. Этот контекст будет пробрасываться уже дальше сам метод newBooks. То есть, извиняюсь, setBooks. Итак, теперь тут поменяем примерно таким образом. Обновляем и видим, что у нас никаких больше проблем не происходит, потому что setBooks не вызывается до тех пор, пока я не кликну по кнопке. То есть теперь мы видим, что у нас вызывается метод setBooks, который получает this context и новый массив с одним объектом newBooks. Этот массив передается, то есть этот метод вызывается, передается сюда, отсюда перекидывается сюда. Дальше создается объект. Этот объект передается dispatch. Dispatch передает все в хранилище, в стору. Стор уже проверяет, в какой редюсер пробрасывать это все. Редюсер производит какие-то изменения, то есть произвел какие-то изменения и вернул новое состояние. То есть вернул какую-то часть из своего состояния в хранилище. После происходит склеивание, и мы получаем вот такое целое состояние. То есть примерно такая история произошла при клике на эту кнопку. Тут вы можете, например, указать даже так. New date. И при клике каждый раз на кнопку у нас будет изменяться состояние и рендерится новое значение. То есть примерно так мы прикрутили Redux к React.js. Думаю, на этом уже все, потому что трансляция действительно уже затянулась надолго. В общем, теперь, чтобы не пропустить продолжение этой трансляции, так как я дальше буду рассказывать, как делать остальную часть этого интернет-магазина, вы можете перейти по ссылке на саму группу. Тут я оповещу, когда сделаю саму трансляцию и когда создам новый телеграм-чат, где я уже буду оповещать о том, когда будет выходить что-то новое или какие-то изменения. Так что подписывайтесь на эту группу и следите конкретно за этими изменениями. В этом видео я просто прикреплю ссылку на эту группу. Думаю, в принципе, на этом, я думаю, можно завершать. По всем этим остальным вопросам, как вы задаете сейчас в чате, можете писать в этой группе.